Правительство Казахстана утвердит общенациональный план реализации послания президента Нурсултана Назарбаева, сообщил премьер-министр Бахытжан Сагынтаев на первом в этом году заседании правительства. Глава Кабмина дал поручение по каждому из 10 пунктов и назначил ответственных. В частности, Министерству по инвестициям и развитию поручено приступить к разработке проекта госпрограммы третьей индустриализации с акцентом на цифровые технологии. А министру труда и соцзащиты населения совместно с акиматами и заинтересованными министерствами оценить риски высвобождения работников в связи с цифровизацией экономики, определить согласованную политику по трудоустройству.